Он словно само солнце, столько в нем ярких, пестрых цветов, и так гармонично они сочетаются. Народный костюм южных удмуртов – самый любимый в коллекции Натальи Климовой. Мастерица воссоздает наряды, которые в старину носили наши предки. Часть своей богатой коллекции Наталья Владимировна представила на 3-й областной фестиваль «Краса России» в номинации «Этнографический костюм». Я старалась все-таки выбрать костюмы, которые сшиты в нашей нижегородской традиции. Но я не могу похвастаться заточенным исполнением, потому что у меня нет возможности изучать. Во-первых, очень сложно, у меня в руках не было настоящего костюма, чтобы его точно скопировать. Но, тем не менее, достаточно информации сейчас, чтобы такую копию сделать дома самостоятельно любому человеку. Жюри по достоинству оценило коллекцию Натальи Климовой и присудило ей гран-при фестиваля. Экспонаты всех участников оформили выставку, которая около месяца радовала горожан в художественной галерее. Многообразие узоров и красок фестиваль собрал более 100 работ в номинациях «Современный костюм», «Этнографический костюм» и «Кукла в народном костюме». География мероприятия расширяется. В этом году в нем участвовали не только саровчане, но и гости из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Ордатова, Навашина и Темникова. Вы знаете, фестиваль получился. Я этому очень рада. На самом деле, стояла когда-то у истоков, когда его организовывали. И, в принципе, каждый из фестивалей по-своему был дорог. Но этот особенный, он у нас областной, соответственно, ответственности больше. И все люди, которые к нам приехали из разных городов, естественно, привезли очень хорошие работы. Мы отбирали, мы выезжали на места. «Краса России» – уникальная культурная площадка, которая помогает жителям Сарова и других регионов познакомиться с народным костюмом во всем его культурном многообразии. Здесь опытные и начинающие мастерицы обменивались знаниями, опытом, окунулись в атмосферу единения людей, по-настоящему увлеченных и любящих культуру родной страны. Сегодня завершается наш фестиваль, но выставка наша не заканчивается. Вы все можете посещать еще ее очень долго, в течение месяца, если я не ошибаюсь, до конца новогодних каникул. Поэтому я приглашаю всех вас посетить экспозицию нашей выставки еще раз со своими друзьями, семьями, классами. Приходите к нам, мы будем очень рады вас видеть. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.